Глава 16. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и в источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержитель, истины и праведны суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, что